В резиденции губернатора Челябинской области состоялась церемония вручения государственных наград. Медали и знаки отличия из рук главы региона Бориса Дубровского получили 18 жителей Южного Урала. Четверо из них – магнитогорцы. За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден начальник управления кадров Магнитогорского металлургического комбината Игорь Деревсков. 14 лет он занимает эту должность, а начинал карьеру на ММК на агломерационно-обогатительном производстве. Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено калильщику Магнитогорского метизнокалибровочного завода Марине Коршуновой. Благодарность президента России за заслуги в развитии науки и образования объявлена учителю химии школы номер 6 Галине Локайчук. Помимо трудовых наград, губернатор Борис Дубровский вручил знаки отличия Челябинской области «Материнская слава» третьей степени пятерым женщинам, среди которых Ольга Диасамидзе, жительница Магнитогорска, в семье которой воспитывается шестеро детей. Традиционно в зале представители разных профессий. Это в полной мере отражает многоплановый характер, многоотраслевой характер нашего региона. Ну и, наверное, еще одна мысль, что в любой профессии можно добиться значительных успехов, что любой труд важен, значим. Но мы должны согласиться с тем, что нет ничего более важного и значимого, чем труд и подвиг матери. Пусть ваши дети добьются самых ярких побед, самых высоких высот, пусть прославят вас этим.